3 декабря 2017 года сейсмографы в Йеллоустонском национальном парке начали фиксировать подземную активность. 5 декабря сработали 15 сейсмографов. В своих видео за первые дни декабря Мэри Грилли показала, что данные о произошедшей сейсмической активности удаляются. А это, по ее мнению, выглядит очень странно и вызывает подозрение, что активность кальдеры снова начинает накаляться. Напомним, что летом 2017 года возле супервулкана Йеллоустоун датчики зафиксировали подземные толчки, сила которых по шкале Рихтера достигала 4,4-5 баллов. Серия мелких землетрясений продолжалась до осени этого года, а затем неожиданно угасла. С началом декабря активность Йеллоустоуна снова возросла, что вызывает нешуточное беспокойство сейсмологов. Возникает подозрение, что ситуация с кальдерой снова накаляется, а USGS не хочет привлекать внимание общественности и надеется, что публика обратит внимание на активность супервулкана как можно позже. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.